Главный упорный труд и целеустремленность, так считают участники муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги КС «Баскет». Они встретились на поле спорткомплекса «Нефтяник». Участие в соревнованиях принимают 17 команд из 8 школ города. Из них 9 сборных девушек и 8 юношей. Игра проходит довольно хорошо и, ну, как бы выкладывается на максимум. Соперники очень даже хорошие, видно, что опытные игроки и, ну, реально, видимо, профессионалы сильнее нас, это стоит признать. Какие еще нет игры, но я думаю, что хотя бы в равный счет, наверное, должны выйти. Мы будем играть с 9-й школой. Я смотрела, как они играют. Может быть, у нас получится выиграть. Мы готовились с того года, с ноября. Тогда тоже были соревнования. Мы выиграли только одну школу. Ну, в этом году, думаю, хотя бы 2-3 выиграем. Чемпионат стартовал 18 января. Сейчас у баскетболистов групповой этап. Полуфинальные игры пройдут 30 и 31 января. Итоги подведут 3 февраля.